Нам приехали стриптизёры. Так, это звук их знакомый. Так, звук уже полгода прошло, и примерно на сегодня выгляжу как-то так. Мышцы где-то спалились, не спалились, где-то жирочек ушел. Не знаю, да, вообще что видно, не видно. Ну, напряжение, напряжение. Все как-то неплохо выглядит. Но если расправиться, то вроде обычный молодой человек. По напряжению еще какие-то мышцы видны. Ну, честно. Честно. Ты, короче, кто-то спалил. Ты, короче, вот тут выглядишь толстее, чем... Ты, короче, в жизни выглядишь худее, а тут толстее. Всё? Что делать? Давай. Любимый братик, который меня не будет и не готовит кушать, и не кушает со мной. Вот как? Ну, немножко просушить не мне, нормально. И с ногами поработать, потому что ноги... Где не пресс? Так не видно еще. А я не могу втянуть даже. Я тортиком наелась. Все. Заканчивай.